Вот эти столбики я скрепил, то есть железный скрепил с бетонным столбиком, насквозь просверлил, в общем, связал таким способом. А вот этот столбик тянет у меня, то есть немного проседает створка ворот, поэтому решил я сделать здесь арочку. Но я так посчитал, что арочка будет красиво выглядеть, если она будет такой же ширины, то есть вот как столбик. Высота вот этой арки здесь 33 сантиметра, там я сделаю 35. Ну, чтобы заходить и головой не биться. Две линии дал перпендикулярные друг другу. Отмечаю от этих пор сюда 35 сантиметров. Вычислил по формуле, дал ширину. Ширина, короче, между столбиков. У меня, по-моему, 91,5. В общем, у меня есть такое видео, как я делал арку из гипсокартона. Принцип тот же самый, только здесь посложнее. Тут будет все из металла делаться. Формула простая. А еще раз напомню. То есть вот берется высота арки. Назовем ее А. И вот это расстояние. По-моему, хорта называется B. И чтобы радиус вычислить, надо вот это А в квадрате прибавить B в квадрате и разделить на 2А. И получим наш радиус нужный. Но мне здесь надо вычислить два радиуса. Один по внутри пойдет, один по наружу. Что я дальше делаю? Оставались у меня вот такие куски металла 1,5-миллиметровой толщины. Это с дверей вот, что я делал. Кстати, тоже можете видео посмотреть. И вот поставил, разрезал. И сейчас буду чертить арочку. Теперь отмечаем. 35. И что у меня там? 43. 43. Первый радиус 47,4. 47,4. Вот она, эта точка есть. 55,1. Но тут уже практически точку выходим. Так, вместо циркуля буду использовать обычную проволоку. Искать надо. Все, надеюсь, видно. Все отпиливаю, и одна деталь у меня готовая. А вторую по этому шаблону сделаю, там уже будет проще. Ну что, вот такая деталь у меня получилась. Думаю, будет отлично смотреться. Скрепил струбцинами и обточил края, чтобы были более-менее одинаковые они, эти две детали. Так, дальнейшие действия. Что я сейчас сделаю? Хочу добавить
так сказать, ребра жесткости. Да вот, наверное, вот так вот добавлю трубки, куски трубок по всему периметру, то есть по всей окружности добавлю, чтобы она помощнее была, эта конструкция. Думаю, не повредит. Ну и, соответственно, отпилю полоски с металла 8 сантиметров шириной. Ну и начну сваривать до кучи это все дело. В общем, добавил я вот такие кусочки. Не знаю, может быть, и бредовая идея, но посчитал, что так будет лучше. По крайней мере, будет покрепче каркас. Ну что, прихватил. Вот что у меня получилось. В принципе, пока меня устраивает все. Но остается самое сложное. Последнюю деталь прихватить. Тут уже надо подумать, как это сделать. Так, бывают в жизни огорчения. Не на ту сторону пришуровал вот эти трубки. Сейчас все исправлю. Сейчас обрежу и переварю их на эту сторону. Потому что начинаю ставить, и у меня немножко не совпадает. Посмотрел, что именно вот так вот она должна стоять с той стороны. Сейчас все переделаю. Ну что, практически готово. Позачищать осталось. Возможно, добавлю еще точек. Зачистить все это дело. Ну и хочется посередине какой-нибудь декорчик еще сделать. Так, поставил опять на свой, так сказать, чертеж. И даю метки. Здесь отмечаю середину. Здесь отмечаю, где мне срезать лишнее. Приварил трубки вот так вот, сделал небольшой такой разворотик на сантиметр.
сейчас обварю вот эти стыки, а сверху зашью листом металла. То есть все это зашьется вот так вот. Думаю, должно быть неплохо. Осталось немножко подточить. В принципе, думаю, неплохо смотрится. Сюда какую-нибудь эмблему, либо номер нашего участка. И все, и будет нормуль. Решил я сделать вот так вот. То есть взял трубу 40 на 20. И вот такие вот штуки поварил. Один квадрат сделал 12 сантиметров, нижний 10 на 10. Как видите, зарезал я вообще отвратительно, но это ничего не страшно, потому что выглядывать будет всего лишь сантиметр. Короче, надо делать станочек для болгарки, чтобы резать трубки под 45 градусов, под 90. Ну, вот так вот они будут выглядеть. Соответственно, я их выставлю все по уровню. Прихватил, даже не прихватил, а приварил вот эти декорчики. На этом столбике пришлось сантиметр добавлять, чтобы сравнять их полностью, ну, выставить по уровню. Более-менее старался площадку сделать по уровню. Даже есть какое-то отклонение, плюс-минус там доли миллиметров, это чепуха. Так, ну что, сейчас начну саму арку устанавливать. Так вот, сейчас обварю по кругу, и все будет отлично. И здесь вот на этом столбу поставил такую штуку и заглушил, чтобы туда вода не попадала. Ну все, ребята, следующий этап — это калитка. Буду заниматься калиткой, либо продолжать работу над воротами. Кому нравится мое творчество, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!